Никто ничего не видел, окей? Равнее. Здесь я его не исцелю. Мой дом вон там. За они специально это ссылка оставили? Да ты ведьма? Серьезно? И да, он убил Ареса и стал сам богом войны. Арес – бог войны. Кратос убил Ареса. Кратос стал богом войны. Потом ему сказали, типа, красная. Ну, Зевс сказал. Он говорит, зеленая, короче. Кратос, ой, ну, в смысле, Зевс ему говорит. Окей, с горы пиу. И всю третью часть он опять лезет, типа, боги, там... О боже, надо полицию вызывать. Здесь какой-то буян. Я ожидал чего-то подобного на самом деле. Здравствуйте. Серьезно? Это мировой змей. Йормунганд. Я это на Е3 видел, да. Охереть, боже. Боги. Да-да-да. Зубах завяз, да? Только не бойся! Не боюсь! Здорово! Он говорит? Да! Мама сказала, он добрый! Что он говорит? Я не знаю! Он призвал. Простите. Тося, ты хочешь, я тебя убью? Да, хочешь? А что упало-то? А, всего лишь жесткий диск на 3 терабайта. Что может быть жестким диском на 3 терабайта? Мне топор не возвращается. Ладно, надеюсь, починится. Топор верни, слышь, игра. Окей. Подожди. Ладно. Так, в чем прикол, я не понял. Я не могу его вернуть. С 10-го раза. Так хорошо, твою мать, несколько... Их двое сразу. По-моему, я плохо сделал. А, блядь, твою мать! Подожди. Смотри. Мне сейчас такая жопа. Закрой, сука! Почему она не скрывается? Закрой!
Что своим лицом сейчас было? Как это... Как это... Слышь, это игра какая-то нездоровая, серьезно. Зевс. Зевс? Мой отец. Твой отец Зевс? What the fuck? Что это за место? Не ходи туда. Ты понял? Сын, ты знаешь, у нас в Спарте слабых сбрасывали со скалы. Это ворон? Так вот, сына. Ты не готов! В броне-то удобно спать. В смысле, спустя год? Стой! Бери лук! What the fuck? Это Один. Нет, это Тор. Ты кто такой? Охереть. Это был Тор. Ну вот, собственно, и закончилась эта замечательная игра. Спать, идите нахуй. Боже. Чат, хватит просить. Жопа. Да выключи её, блядь. Вот что было делать тут? Что тут было делать? Закрой, блядь, открой, сука. Ну что ты делаешь? Мне жопа. Все, прощай. Что тут было делать? Он не закрывал. Все, ну просто сейчас я повернусь и меня убьют. Я даже не смотрю туда. На-на-на-на-на. Если долго не включать лампу, Ник умрет от страха, от монстров не спасает. Да тут, блин, у меня только что гэнг-бэнг был. Я ничего не мог сделать. Блять. Хорошо. Если, короче, заполнится полностью... Подожди. В правом верхнем углу экрана датчик видимости. Этот датчик покажет, что тебя там кто-то хочет увидеть. Если он полностью заполнится, то ты проиграешь. Давайте этого избегать. Смотри вниз. Здесь можно прятаться. Кто, блядь, это придумал вообще? О, так, окей. Хорошо. Эта игра какая-то тоже сложная. Блин, что такие игры сложные пошли? Вот я Калли, иди в жопу. Идите. Я не хочу кушать больше. Тихо. Спагетти стынет, пошел нахер отсюда. Ты куда ты полез? Блять, все пропало. Ребекка? Я ничего не понял. Хорошо. Так, ладно. Я не думал, что жрать спагетти может быть страшно. Я не херово так оглох на самом деле. Сука, кто это сделал? Блэк Дракошка, спасибо. Спасибо. Я чуть не кончился, но я сейчас и кончусь из-за тебя.
разберешься. А ну приподними наушники. Нет, нет, нет. Да. Нет. Да. Нет. Я согласен только в том случае... Ты будешь самой красивой девочкой на свете, я тебе обещаю. Нет, Даша, нет. Ну в смысле? Я не буду...